Три десятка пожаров с начала года, на 9 меньше по сравнению с тем же периодом 2020-го. Положительная динамика налицо, но повод задуматься все-таки есть. Зимой возрастает количество пожаров о по причине сбоев в работе печей и электрообогревателей. И причины из года в год одни и те же. С начала 2021 года по настоящее время на территории городского округа Щелково произошло 32 пожара. Погиб один человек, пострадал один человек. В аналогичный период прошлого года произошло 41 пожар, пострадало 3 человека, погиб 1 человек. Основными причинами пожара в зимний период является неисправность или неправильная эксплуатация отопительного оборудования в отопительный сезон. Любая печь требует регулярного осмотра дымохода на наличие тяги и отсутствие трещин. Всегда Нужно э, проверять все дымоходы на наличие трещин, повреждений. Через эти трещины искры могут попадать в перекрытие, то есть на деревянные конструкции. Перед э, топочным отверстием необходимо устанавливать э, предтопочный лист размером 50 на 70 сантиметров и толщиной не менее 2 миллиметров. Ни при каких условиях на притопочном листе печи не должны находиться горючие материалы. Дверцу притопочного отверстия всегда держите плотно закрытой. Из него могут вылетать искры. И не ставьте рядом с печью кровати и кресла. Все то, что может, случайно загореться. С осторожностью пользуемся тепловентиляторами типа «Ветерок». Куда более безопасные – масляные радиаторы. Но и к ним нужно присмотреться поближе. Электрообогревательные приборы должны быть с устройствами для их автоматического отключения. Перед использованием электрообогревательных приборов нужно проверить электропроводку, которая, которая питается данное устройство. Оно должно быть без загибов, заломов и повреждений этой электропроводки. Инспекторы Пожнадзора настоятельно рекомендуют пользоваться сертифицированными обогревателями со значком Ростеста. Не следует включать в сеть несколько обогревателей, даже если приборы расположены в разных комнатах. Чрезмерная нагрузка на электропроводку вызывает ее перегрев. И не оставляйте приборы, включенными на ночь. Обращайте внимание на работу газовых плит и водонагревательных колонок. При малейшем появлении запаха газа специалисты рекомендуют плотно закрыть вентиль на трубе и проветрить помещение. Если запах появляется вновь, нужно вызвать газовую службу. Она обязана устранить неполадки. Ни в коем случае нельзя доверять эксплуатацию газового оборудования малолетним детям. Запрещено сушить вещи над газовыми плитами. Также э, запрещено э, отапливать помещение газовыми духовыми шкафами. При сжигании газа неизбежно выделяется угарный газ. Он не имеет запаха и крайне токсичный. Достаточно двух вдохов, чтобы человек потерял сознание. Поэтому чаще проветривайте помещение. Хотите спать крепко? Установите в доме автономные пожарные извещатели. Вот он работает на обычной батарейке и издает звуковой сигнал при сработке. Вы всегда поймете, что где-то в помещении произошло возгорание, либо пошел какой-то дым. Специалисты рекомендуют иметь в доме хотя бы один огнетушитель, порошковый или углекислотный. Оба эффективны в тушении малого очага возгорания, электропроводки, мебели, отделочного материала. Написано на огнетушителе. Да, как им пользуются, какие вещества можно тушить. В данном случае газ, электричество, легко жидкости и твердые материалы. Хранить огнетушители можно. Если очаг большой, огнетушитель с ним не справится. Звоните в пожарную охрану по телефону 112. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.